Популярность добычи биткоинов сильно выросла с 2013 года, когда цена биткоина превысила $1200. Это привлекло внимание, и многие люди в мире начали добывать биткоины и инвестировать в оборудование для их добычи. Нам очень повезло, что мы смогли организовать посещение фермы по добыче биткоинов. Владелец расскажет нам об этой ферме и покажет процесс добычи. Привет, я репортер, который организовал это интервью. Вижу, у вас тяжелая работа. Не хотите сделать перерыв? Я принес перекусить. Угу. Спасибо. Как давно вы добываете биткоины? Я добываю биткоины с 2010 года. Сатоси показал мне, как это делается. Кто это Сатоси? Сатоси. Известный Сатоси Накамото. Он бог биткоинов. Накамото? Вы говорите, что встретили Сатоси Накамото? Конечно. Мы на самом деле очень близки. В самом деле? Как он выглядит? Он высокий и худой, из среднего возраста. Неужели? Скажите, является ли добыча биткоинов трудной работой? Да, у нас высокая конкуренция, поэтому работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Правда? Скажите, а сколько биткоинов вы можете добыть в день? По-разному. Вообще можно добыть только 25 биткоинов каждые 10 минут. Мы должны координировать действия с другими майнерами, чтобы добывать только положенное количество биткоинов. А кто определяет лимит добычи биткоинов? За это отвечают двое. Адам и Остин. Они связываются с нами каждый раз, когда что-то не так со скоростью добычи или доходностью. Неужели? Угу. Почему вы не едите? Когда перекусите, покажете, где добываются биткоины? Хорошо, без проблем. Ферма находится недалеко. Там? Да, это в 100 метрах отсюда. Эй, поторапливайтесь! Время не резиновое! Ура! О, мы это сделали! Здорово! Вы, похоже, нашли его. Вот как выглядит добытый биткоин. Что думаете? Впечатляюще, поздравляю. Вы добываете все биткоины здесь? Да, мы добываем их здесь. И вы работаете с утра до вечера? Именно. Могу ли я спросить, за сколько бы вы продали такой биткоин, как этот? Такой, как этот, только что добытый, стоит примерно $430. Если биткоин хорошо очищен, он может быть продан еще дороже. Кроме Сатоси Накамото, который научил вас добывать биткоины, кто-нибудь еще знает, что вы добываете их тут? Всякий раз, когда у нас появляются проблемы с добычей, мы спрашиваем помощь у технического персонала биржи биткоинов BTC. Вы не беспокоитесь, что биткоины, которые вы добываете, могут обесцениться? Раньше я об этом беспокоился, но платформа ProExchange, которую нам недавно предоставила биржа BTC, позволяет нам продать биткоины до их фактической добычи, так что я больше об этом не беспокоюсь. У нас сегодня 30 пи. Должны ли мы сообщить об этом на сайте регистрации блока? Ты уверена? Вчера было 25 пи. Уверена, я перепроверила цифры. Еще пятеро, значит 5 пи. Простите, что значит пи? Я сейчас объясню. Пи значит люди. Каждый день мы сообщаем администратору количество людей, которые участвуют в добыче биткоинов. Иногда у нас больше людей, а иногда меньше. Ясно. Получается, вы добываете биткоины в этих горах с 2010 года до настоящего времени? В точку. Вы работаете ежедневно с рассвета до заката. Наверное, это тяжелая работа. Да, тяжелая. Могу я спросить, что это за здание там? Это часть процесса добычи биткоинов. Мы держим там машины для майнинга. Вы держите там машины для добычи? Что это за машины? Вообще-то, они не имеют практического применения. Они служат для обмана обычных людей, как вы, чтобы думали, что биткоины создаются машинами. Итак, у вас есть оборудование, но оно не производит биткоинов. Их добывают из земли, как мы только что видели. Верно. Что же из себя представляют эти машины для добычи? Вот здесь одна из них. На самом деле машина очень простая. Кроме вентилятора там ничего нет. Интересно. А что вы делаете с биткоинами, которые добыли? Обычно мы продаем их на биржах, таких как BTCC. Вообще, мне есть биткоины на продажу. Приглашаю посмотреть, как это происходит. Ну вот мы и пришли. Это обменный пункт BTCC. Здесь продаются биткоины. Да. Здравствуйте. Добро пожаловать в BTCC. Чем я могу быть вам полезна? Тут немного биткоинов, которые я добыл сегодня. Я тщательно их очистил и хочу обменять на наличные. Поможете мне? Конечно. Вот и подошел к концу мой репортаж.
Кто бы мог подумать, что криптовалюты не генерируются машинами при решении сложных уравнений, а добываются из земли? Мы благодарим владельца фермы, которого мы сегодня посетили, пожелавшегося остаться неизвестным, за его искренность. Мы также благодарим майнеров, которые согласились поучаствовать в нашем репортаже. Кто знал, что в индустрии биткоинов существуют такие секреты и заговоры, ждущие разоблачения? Однажды мы все узнаем. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите наш проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.